министр обороны США Леон Панетта заявил, что окончательное решение об израильской атаке на Иран еще не принято. По словам главы Пентагона, все еще существует возможность урегулирования ядерной проблемы Тегерана дипломатическим путем. При этом Панетта подчеркнул, администрация США намерена продолжить давление на Исламскую республику с помощью санкций. Целью по-прежнему остается не допустить разработки Тегераном любого вида атомного оружия. Возможность атаки Израиля прокомментировал глава комитета начальников штабов вооруженных сил США. Мартин Демпси уверен, израильская атака не сможет остановить развитие иранской ядерной программы. Страны Запада и Израиль подозревают Тегеран в разработке ядерного оружия. Иранские власти все обвинения отвергают и говорят о мирном характере программы. На этом фоне последние месяцы все чаще звучат предположения о подготовке еврейского государства к удару по Исламской республике. Я не верю в то, что решение об атаке на Иран уже принято. Израиль – независимое суверенное государство, которое принимает решения, исходя из интереса своей безопасности. Но я не уверен в том, что Израиль уже определился по вопросу удара по Ирану. Израильская атака не остановит ядерную программу Ирана, а лишь замедлит ее реализацию. Эта оценка основана на информации о потенциале Израиля.